Здравствуйте, мои дорогие друзья. Решил снять очередное видео о подвальной жизни. То есть вот как бы стандартный подвал, да? Кажется, стандартный подвал. Проход в следующий подъезд, да? И вдруг мы сразу же видим свет. Ну, видимо, бытовка. Видимо, люди живут. Да, жизнь в подвалах буквально кипит. Если в моем детстве в подвалах чаще всего качалки можно было встретить, то сейчас здесь чаще бытовки для рабочих. Ну хорошо, что, обустроились люди. Столики, сидячие места и бытовка. Ну ладно. Не будем ничего особо снимать. Вдруг хозяевам не понравится. Но тем не менее, в подвалах жизнь бьет ключом.